Всем здорово, ребят. Ну что, на Викимерсе сегодня обновился, хотя вчера я ждал. Новый наборчик появился для Castle Clash. Поехали посмотрим, какие там наборы есть. О, у меня есть 60 тысяч ячей еще. Поехали посмотрим, какие есть наборчики. Есть 1000 вот такой вот и есть с сундуками замка, и реально они просто обалденные. Посмотрите внимательно на эти наборы. Сундук замка 50, 50, 50, 25. Но я считаю, для такого количества очей это реально это обалденные наборы для любого доната и без доната. Это халява, по сути. Копируем ключ. Многие спрашивали, как это все делается. Заходите получить. Вот я выбираю платформу Google. У меня вот Deutsch версия, языковую версию. Это немка моя. Потому что многие спрашивали, как. Я не знаю как. Показываю вам наглядный пример. Заходим на немочку. По-моему, 515 у меня было, 837, 513. Тут внимательно смотрите, какой у вас IGG ID, он на каждых серверах разный. 837, 513. Переходим обратно, заходим сюда. Вот 515, 837, 513. Подтвердить. Сейчас не знаю, должен забрать, по идее. Я надеюсь, я могу забрать. Поздравляем, вы получили бандл. Есть, отлично. Заходим. Ну вот даже пишется, что где. Вот вы можете узнать IGG ID в настройках игры шестеренка. Заходите. Заходим обратно на мой аккаунт. Это реально обалденный набор. Крутая халява опять. Ну, с лисицей там вообще бомбически было. Я себе забрал половину. Все-таки я надеялся, что кто-то будет более интересно. Ну, хотя сундуки, вот, вуаля, у нас уже есть. Дофигища просто сундуков. Сейчас я места освобождаю под это дело. Так, 5 мест есть, отлично, забираем. Итого, ого, нифига себе. Описание было одно, а совсем другое дают. Но, блин, по 15 сундуков, это реально обалденная халява. Конечно, написано было, что 50, 50, 50, там 21, по-моему, но дают по 15. Реально... Это того стоит. Поехали. Сейчас сразу пооткрываем. Ну, смотрите. А, я сейчас их не смогу открыть. Продаю это все. Лишнюю движуху. Игрушки так получится. Ну, блин, этот набор реально бомбический. Тоже. Смотрим, что мы получим в итоге. Получили карту. Две даже карты получили. Вторых, плюс расходники на прокачку скилла. 10 рун. Так, книжечки. Ну, я скажу вам так, для начинающего аккаунта, либо для бездона, это тоже реально очень круто. Две карты у нас есть. Поехали, открываем. Ага, мы эти не можем открыть. Давайте открываем тогда. Так, нет, это не будем. Сейчас я... Некоторые расходники поубираю. Такс. Воодушевление. 300 сундуков. Слизни. Обалденно. Обалденно. Теперь у меня есть слизни для прокачки. Так, что это по какашкам получается? 120 какашек я, соответственно, могу немножко прокачать скилл и смогу сделать
нормальную эволюцию лисицы, если я его достану в ближайшие, я надеюсь, дни. Так, исцеление, отлично, смотрите. 4 карты, ну, ребята, шанс на Фрею, короче, у нас максимальный. Будем надеяться на то, что мы сейчас вытащим с вами просто Фрею, и будет все просто изи. Обалдеть. Вот это супер набор. И реально можно получить еще там с друга получить, можно до 3 наборов на аккаунт на 1 IGG ID получить. Ну, было так всегда. Ой-ой-ой-ой, ребята, это вообще бомба. Это бомба, это означает, мы вытащили 30 слизняков офигенных. Это означает, и СО вытащили, и камешки, что я буду делать вторые эволюции. Я надеюсь. Ну, с пятых нам тут, наверное, сейчас тоже 500 книг, 600 книг. Довольно-таки неплохо. Одна рунка, конечно. Камешки, 20 сундуков и 10 на сменку чар. Ну, что я могу вам сказать? Это реально бомба. Это реально бомба, ребят. Вот у нас получилось 2 карты таких и 4 таких. Поехали. Так, призрачный и ведьмочка. Но у меня они, по-моему, есть. Да, и ведьма тоже у меня, по-моему, была уже. Сейчас будет самый трэш. Да, ведьма есть. Но это повторочки, тоже неплохо. Смотрите, 50, 300к, это можно, мне надо на героев по 60, там, которые с эволюцией, это реально пушка, просто пушка. И, блин, лисицу, я буду ждать момента, когда я лисицу вытащу, ну, 50 слизней, это кайф, ребят. Еще кулаков на халяву нормально получили, коробок нормально, ну что, поехали. Шанс на Фрею нам надо, заклинательница. Бигфут, ну дайте уже, ПБшка, дайте долбаную Фрею Афина, нифига, короче, нифига мне эту Фрею не дают, капец, короче, ну, что я могу сказать, все равно это классные повторки, и они тоже нужны, такс, Бигфут повторочка, ну да, это все повторки пошли. Блин, ПБшку раньше вытащил, мне он нужен был, можно было, я по-моему не помню, да, ПБшку можно было менять, если я не ошибаюсь. Такс, где там наш ПБшка? Блин, ну чё, круто, реально набор крутой, 4000, я не жалею, что я их потратил. Надо будет еще подкопить. Блин, конечно, Фрей нет. Блин, где там ПБшка? Я уже завтыкал. Где он? В какой он этой схеме? У меня, по-моему, он же есть. А, есть. Есть открытый. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. А ну, сейчас еще раз забежим. Сюда. Мне интересно посмотреть. Этот набор приведет к превышению лимита наборов, который он может получить за месяц. Вот так вот. 3 набора, да, у нас за месяц, по-моему, так и осталось. Ну, соответственно, если бы я забрал лисицу, я бы этого набора не смог бы забрать. Вот так вот. Ну, что я могу сказать? Обалденный набор. Правда, описание не соответствует. Да, в месяц на одном IGG открыть максимум 3 набора, но это третий как раз мой. В принципе, у меня лисица и так дособирается, там хорошо, что я этот забрал, получил, я считаю, обалденную тему для прокачки аккаунта, и мне она реально поможет. То есть по плюхам, блин, ну круто, 50 слизней только чего стоят для бездоната, особенно такого, как у меня, если я смогу попрокачивать. Так, что у нас еще интересного на немке пообновлялось, сейчас посмотрим. Может, что-то интересное есть. Вот мои сумки с лисицей. Правда, здесь они за донат. Мы будем ждать бездонатные. Сейчас посмотрим, что еще у нас. Roland Engviden. Это понятно. Орбы.
Да, больше ничего такого нету. А, в общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.